Сегодня 31 октября 2021 года. Мы в гостях на производстве ветряков. Роман, вам слово про ваши изделия. Вот у нас стоит 1,5-метровый винт, значит, и 10-киловаттный генератор, который установлен. Значит, винт начинает давать, значит, зарядку где-то с 3-4 метров. То есть полностью заряжаются аккумуляторы. Значит, работает он бесшумно. Шума, как говорится, 0 дБ. Значит, винт с поворотным механическим элементом. То есть сам ловит ветер. Правда, сейчас отсутствует киль. Киль, значит, спереди должен стоять. Ну и сзади тут на генератор одевается крышка, отсекатель, который вон стоит там. Угу. Значит, он будет одеваться сюда. Рабочая зона ветряка у нас, вот эта задняя часть, заходит все, ветер заходит сюда, и начинается вращение винта. Сейчас мы, значит, попробуем прокрутить винт через дрель, где-то дрель мощностью 600 ватт, то есть легко, непринужденно крутит она как бы 10-киловаттный генератор. Угу. Винт – это ваша разработка? Вот да. форма винта? Это все наш, значит, винт наш, значит, генератор тоже наш. Ну, все полностью наше. Ничего тут импортного, ничего нет. Все сделано у нас на заводе Седина. Так это вот сейчас попробуем прокрутить, и я давайте включу, у него батарейка давайте садится. Я перезвоню. Так, раскрутите его немножко, да? Да, немножко. Оборотов 60-70, ну максимум 80 оборотов. Угу. Какое, ну, там напряжение? 79 вольт. Да. Ну где-то получается с одного оборота 1 вольт. Ну это имеется в виду оборот в минуту, да? То есть 70 оборотов в минуту, 70 вольт, как-то так, да? Вы считаете? А? Ну, с одного оборота 1 вольт, это да, сколько оборотов в минуту? Да, да, да. Ну, вот такие. Когда вы планируете их начать уже как изделие? То есть, ну, могут ли люди к вам обратиться, если кого-то заинтересовало за покупкой? Значит, в принципе, могут обратиться. Где-то у нас уже к концу ноября уже полностью мы будем готовы к реализации данного изделия. Угу. Значит, помимо 1,5-метрового, сейчас мы делаем, значит, винт на 2,40. Он у нас, в принципе, готов уже. И вот на этот винт мы делаем генератор на 15 киловатт. Вот он стоит у нас в работе, как говорится. Вот, поэтому как бы производство у нас работает, и мы надеемся,
что к концу ноября уже будет полностью весь процесс запущен. Ну, понятно, хорошо. Спасибо. Значит, 2,40 это еще получается раза в полтора больше вот этот винт. Да, да, да. Значит, я могу вам скинуть видео, где мы рекламируем 2,40. Ну, давайте, да, тоже я сделаю. И контакты можете как-то озвучить, там, контакты, как, если что, с вами связаться по поводу ветряков. Контакты. Сейчас. Презентуем первое коммерческое изделие, полностью готовое, отрепетированное. Работает согласно всем заявленным нами показателям. Запас мощности 40%, то есть 10 кВт она при номинальной скорости ветра дает, а 14 кВт дает при максимале и больше. Но мы больше не стали ее нагружать. Смотрите, как работает. Фонового шума никакого, будет только на уровне шума ветра. Никаких ни децибел, ни ничего нет. Вот наш красавец. Сзади генератор в гондоле. Вот вся конструкция. Поднимается вся эта конструкция на высоту от 12 до 15, ну и выше, если безветренные районы, для того, чтобы обеспечить номинальную загрузку ветром генератора. Ну и какой-то у вас телефон озвучите, куда вам могут связаться, позвонить по поводу вот этого. Да я ну, вам скину это самое, как его. Не, для видео, для зрителей. А. Для зрителей. Значит, не для... могут обращаться по телефону 8-918-456-3993 или 8-918-450-3213. Все, хорошо, стоп, снято.